В наши дни профессия адвоката стала обычной, низкооплачиваемой и совершенно обесцененной. Вы что, принесли в суд пакет с рыбой? Это я купил для профессора Балластелла. Я его стажер. Значит, на экзамене 47 студентов. Да. Наша задача — рассказать им, что в университете все равны. Шнурок! Этому пареньку мы платим как повару или как стажеру? За 3 года я из тебя сделаю лучшего адвоката Италии. Запомни это. Я женюсь на вашей подруге, а вы возьмете меня на работу? Жениться? Громко сказано. Она не совсем студентка. Я догадался. Чтобы стать адвокатом такого уровня, нужно быть беспринципным. Нам нужна шумиха в прессе. Что-то убойное. Так это мы организуем побег? Похоже, ты ничего не понял. Это циничная среда. Ты что, думаешь, я не выстрелю? Очень циничная. Вы что, масон? Ты из наших? Нет. Нет. Ночью нужно спать, а не петь. Здесь тебе не фестиваль Сан-Ремо. Чё тебе надо? Ты задолбал! Профессор, что это было? Техника подражания. Чтобы не выделяться, не волнуйся.